дом номер 26/24 по улице Межегорской. Дореволюционный кирпичный дом на углу с улицей Ярославской. Фасады дома с красивой лепниной, но выглядят неухоженными. В доме два парадных. Фасадный вход оснащен бронедверью. Поставить машину можно только в тесном внутреннем дворе, въезд во двор через арку. Первый этаж дома занимает продуктовый магазин. До метро Контрактовая площадь несколько минут пешком. Рядом есть детский сад и Межегорская гимназия. Состояние дома, учитывая маленький двор и фасады, можно назвать удовлетворительным.